Друзья, всем привет, с вами Зомби. Сегодня я играю в игру Bermuda Adventures, и сейчас я отправляюсь на остров Птиц. Давайте сразу переходим и посмотрим, что нас там все-таки ждет. Даже интересно стало. Сюжетку всю пропускаем и первым делом вырубаем все наши кустики, забираем энергию, потому что она нам пригодится в будущем. Очень объект не досягаем, в смысле. Очень аккуратно вырубаем территорию, а лучше всего смотреть, что у нас там по заданию, и смотреть, что нам нужно вырубить. Так, этот кустик, я так понимаю, можно пропустить, поэтому давайте его обойдем и вырубим где-то впереди, потому что тот нам не мешал проходить, а здесь конкретно... А нет, это так не работает, извиняюсь. Здесь нужно вырубать конкретно кустик, который показан на... Да, я извиняюсь. Я думал, можно любой абсолютно ресурс вырубать, а тут оказывается только тот, который показан в задании. Так, на мост нам нужна кора и веревка, после чего мы его чиним и переходим дальше. Здесь у нас попугайчик есть, которому нужны плоды. Плоды чего? Нам по одному падает за раз. А ему три штуки нужно. Так, он улетает, дает нам энергию. Но был ли смысл его кормить? Мы ж, по идее, потратили больше энергии, чем в итоге получили. Серьезно? Покормите попугаев. А, у меня есть задание, то да, определенно стоит его кормить. Открываем только все вот эти кустики, забираем энергию, потому что она нам пригодится точно. И двигаемся очень аккуратно по острову. То есть я бы вам советовал сначала пройти полностью остров. Мне интересно, кстати. Остров обезьян не пропадает, это прикольно. То есть вы открываете все острова, и предыдущий остров у вас не пропадает. Вот это прикольно, потому что, ну, типа, в играх похожей тематики вы проходите один остров, второй у вас пропадает. Дальше. Нам нужно покормить еще одну птичку. Только он не досягаем. Почему он не досягаем? Пусть мешает. Нет, он не мешает. Камень. Давайте камень уберем. Да, нам камень мешал. Я тут уже ненасытный, хочет 4 сразу. Ох, какой он ненасытный. Так, здесь мешает вот эта коряга. Давайте его откроем. И пройдем, получается, немного дальше по острову. Так. Дальше. Давайте первым делом тогда накормим эту птичку, которая хочет сразу 4. Вообще какая-то голодная. Давайте ее накормим и перейдем к третьей. То есть узнаем, где находится третья. К третьей нам двигаться очень далеко. А дерево мне, по идее, не нужно, но мне нужна руда. Поэтому давайте разобьем этот камушек и пропустим дерево. Дальше. Я могу сразу вот здесь кустик вырубить. Так, дальше могу камень. Камень мне тоже, по идее, нужен, поэтому камни сейчас... Блин, этот можно было бы не рубить, в принципе. Вот этот вырубаем. Траву нам нету смысла рубить, потому что она нам попросту не нужна. Я ее буду пропускать. Она, по идее, что нам за траву дают? Только опыт или что еще? Так, вот здесь камень вырубаем. И здесь траву. За траву нам лук дают и опыт. Луком я пока что, по идее, так сильно не пользуюсь. Так, давайте что-то здесь, что-то нечисто, подождите. Вот это дерево вырубим. Там есть пальма на 20. У меня есть вариант, там ему нужно сразу 5 штук. А сколько у меня их есть? Давайте по одному, потому что я не уверен, что у меня прям еще одно дерево нужно. Так, ну окей, я задание выполнил.
Он дает нам там каких-то жалких 10 энергии за то, что мы ее покормим. Но, по идее, так как я выполнил задание, я могу открыть вот этот кустик. Забрать этот кустик. Вот здесь есть еще банан есть. Давайте уберем кустик, откроем наш банан. Дерево с бананами. Куст, точнее, куст с бананами, если это бананы. Так, теперь нам нужно починить какой-то домик. Чтобы нам добраться до этого домика, нам нужно, соответственно, пройти сейчас по тропинке. Здесь есть вариант вырубить камень, но можно вырубить куст. И вот здесь получается второй куст. Давайте сразу чиним наш мост. Может что-то в будущем пригодится. Убираем куст и убираем этот куст. То есть здесь главное смотреть, что нужно убирать. Так, если видосик посмотрим, получим еще два рубина, но они мне не нужны. Так, нам нужно построить дом попугаев, на это нам нужно 25 дерева. Так как дерево здесь особо мне никакое не мешает, поэтому давайте продвинемся дальше по острову и, может быть, вот это дерево рубить будем. Отлично. Только это не дерево, оно нам кору только дает. Ну, типа, я буду продвигаться дальше по острову, чтобы не тратить напрасно свою энергию и чтобы вырубать только те деревья, которые мешают мне проходить дальше. Окей. Здесь у меня есть какое-то большое дерево, но оно у нас недоступно. Давайте кустик вырубим. Дальше. Тут у нас будут какие-то двери. Кирпичи. Опять же, 10 дерева нужно. Так, за дверима энергии я особо не вижу. Здесь есть птички. Я их тоже не вижу. Я их вижу, но я не понимаю, для чего они нам нужны. Ну, по идее, мне сейчас остается только рубить деревья и получать за эту энергию. Не энергию, а... Подождите. Давайте пройдемся по острову. Может, здесь есть крабик есть. Я его отловить не смогу, потому что нету сачка. Пройдемся по острову, посмотрим, может, мы что-то такое пропустили. И, по идее, сейчас будем вырубать деревья. Дерево вырублю большое, потому что нам сразу, ну, за него больше дерева, по идее, сдадут. Поэтому лучше большое. Нам нужно еще 25, получается, дерева собрать. Но как я его соберу? Чего? Но 10 еще осталось. У меня попросту уже нету энергии. Я могу за 50 кристаллов купить 500 энергии, да? Либо оставить кристаллы. Ну, я сейчас не уверен, что мне делать, поэтому кристаллы, смотрите. Кристаллы нам в любом случае нужны будут. Но так как я не знаю, на что их сейчас тратить, давайте я буду покупать конкретно пак с энергией, так как попросту без понятия, на что тратить кристаллы. Тогда я буду их тратить на энергию. Возможно, в будущем я поменяю свое решение, но сейчас я конкретно купил энергию. Хорошо. Давайте вырубим вот это дерево, чтобы получить много дерева. И построим как раз наш дом попугаев, где они прилетели и все тусуются. Такие. Да, им там весело. Так, мост починили, получил за это опыт. Пропускаем все. Накормите колибри. Так, у нас там птичка. Попугаев мы накормили, теперь нам нужно колибри кормить. Чтобы до нее добраться, нам, соответственно, нужно как-то здесь аккуратно пройти. Так, вот здесь убираем кустик и открываем банан. Наша колибри хочет кушать цветочки. Вырубаем цветочки вот здесь.
Кстати, прикольно то, что на цветочки нам нужно всего лишь... Сколько мне птичек накормить? 6 птичек? А, тогда не прикольно. Я думал, мы просто... Один цветочек нам нужен, чтобы накормить одну птичку. Но так как 4 цветочка, точнее, на одну птичку нужно, но так как нам нужно 6 вот этих птичек накормить, это прям беда будет. Тем более, я так понимаю, мне нужно сейчас пройти и починить мост, потому что на этой стороне уже колибри не осталось. Так, и вот этот, по идее, вырубать нужно. Так, дальше. Так, две птички я накормил. Мне осталось найти еще 4. И у нас появилось задание починить ворота. Ворота я же вроде чинил, да, но мне дерева не хватает. Дерево соберем по дороге, как будем искать наших птичек. Так, здесь глину забираем. Кусты нам не нужны, по идее, поэтому берем глину. Здесь мусор. А что мы мусор убираем? Что нам дают? Энергию. Ну, кстати, вполне неплохо дает по энергии. Здесь можно еще энергию собрать. Здесь вырубим камень, потому что кусты нам, ну, не нужны, по идее. И нам нужно найти еще одну птичку. Она где-то там спряталась. Да, вот вижу. Ей нужно 4 цветочка. У меня 4 цветочка уже есть. Так. Двигаюсь суто по заданию. То есть смотрю, где находятся наши птички. И суто прямо к ним двигаюсь. Потому что не хочу бессмысленно как-то тратить свою энергию. Просто... Тут уже получается, мы либо двигаемся через куст 8, либо через два куста. Поэтому вырубаем один и вырубаем вот этот кустик за два. Точнее, даже несколько, потому что нам нужно сейчас птичку нашу покормить. Так, по идее, нам нужно проходить дальше, поэтому там пропускаем, вырубаем вот этот кустик. Так, здесь я не могу пройти. Вырубаем этот куст. Так. Можем, кстати, сразу траву вырубить. Очень аккуратно, повторюсь, двигаюсь, чтобы не потратить лишнюю энергию. Я понимаю, что я ее купил, и у меня ее много, но я не хочу ее всю тратить, что я зря ее покупал. Так, дальше. Нам нужно, получается, вырубать кусты. Но мне, по идее, нужно еще... Можно вниз пройти. Да, вот здесь есть кустики. Я только не уверен, там у меня еще одна птичка есть или нету там ничего. Давайте вырубим этот куст. Здесь ягоды есть, отлично. Вырубим нашу траву. За траву нам лук дают. И пройдем вот сюда еще вниз. Здесь кустики можно, кстати, вырубить. Да, у меня здесь есть еще одна птичка. То есть я эту кормлю. Накормить колибри. Еще одну осталось накормить. Сколько ей нужно? Ей нужно 4. У меня, по-моему, как раз таки... Да, у меня 2 штуки. Давайте ее еще накормим. И получается, я прохожу задание с птицами. Так, задание я прошел, мне дают сразу немножко опыта. И что дальше? Накормить колибри. Мне нужно дерево еще срубить. Нам дали какие-то кристаллики. То есть драгоценные камни за то, что мы их накормили. Окей. Дальше мне нужно найти дерево. Дерево я могу, давайте дуб вырубать. Или что это, я не знаю, что это за дерево. Если мы будем корчевать наш пень, нам дадут энергию. Кстати, такие неплохо энергии дают и дерево, и еще какой-то камень дали. Так, дальше пропускаем наши задания. У меня осталось
Осталось не так уж много. А не, у нас еще много-много территории осталось. Я думал, сейчас доберусь до этой жар-птицы какой-то. И, по идее, на этом закончим. Но нет, нифига. Давайте туда аккуратно пробираться. А, это павлин. Ну, по идее, я думал это. Перепутал немножко. У меня есть два варианта. Вырубить камень, либо вырубить железную руду. Мне сейчас руда нужна. Так, ему нужно топор, глина и 5 дерева. Дерево, повторюсь, будем вырубать где-то по этой части. Вот здесь можно дерево вырубить. Надеюсь, мне дерево дадут. Окей, мне дали дерево, но только 5 штук чего. А почему так мало, я ж 50 энергии потратил. Так, я освободил павлина, или что я с ним сделал, не понимаю. Почините домик для павлинов. Домик у нас находится с самого низу, и чтобы к нему пробраться, нам нужно просто колоссальное количество энергии потратить. Но все-таки давайте сейчас как-то прямо но проем затратим на это минимальное количество. Так, объект недосягаем, это я понимаю. Мне нужно вот здесь как-то пройти. А почему этот камень недосягаем? Я не понимаю сейчас. Давайте с помощью кустик вырубаем тогда. Так, вот здесь пробуем пройти. Так. Давайте попробуем сквозь камень. Здесь у меня почему-то недосягаемые деревья. Я не понимаю почему. Но здесь можно пройти. Вот типа открываете куст и обходите эти деревья. Даже их рубить не придется. Теперь мне можно, по идее, пройти ниже. По кустикам. Кустики нам дают кору, коры у меня и так много, поэтому, по идее, наверное, я их зря вырубаю, мне нужно дерево, нужен кирпич и нужна морковка. Хорошо. Тогда я сейчас возвращаюсь на домашнюю локацию, собираю материалы и как все соберу, продолжим наше прохождение. Погнали. Так, ну что ж, я собрал наши ресурсы для домика павлина, и теперь я его готов строить. Я его строю, нам дают опыт, нам дали еще какие-то камни. Интересно, что за камни нам дают? Что за камни нам дают? Нам дают какие-то слоники, часть коллекции тетушки Мери. Для чего нам эти слоники нужны, я пока что не знаю. Экспедиции полка со слониками среди игрушек, рассыпанные рубины. Рубины. Я прочитал руины. Так. По идее, давайте. Давайте пройдем туда вниз как-то. Объект не досягаем. То есть мне нужно камень этот вырубить. И теперь стало у меня досягаем этот объект. Я могу убрать мусор, могу собрать здесь энергию. Так, там у меня тоже недосягаемые, поэтому вырубим кустик и заберем еще здесь энергию. Отлично, я в принципе эту часть полностью открыл. Я так понимаю, нам нужно двигаться дальше, построить, что нам построить нужно, чего. Там какая-то прям тропинка. А, это смотрите, это прям целый лес нам нужно сейчас построить. Для этого нам нужно 3 миски, 4 ножа и 7 веревки. И я так понимаю, на этом сейчас мы будем уже восстанавливаться, потому что 3 миски создается 45 минут, и чтобы мне их создать, нужно ждать попросту 45 минут. Поэтому я иду собирать материалы, как все соберусь, включусь. Так, я собрал все инструменты для того, чтобы построить нашу рощу.
Давайте я сейчас построю, и я так понимаю, по идее, она мне должна давать энергию. Нашел какую-то одежду. Это пропускаем. Мне не удастся пропустить, все равно. Доступно в магазине. Экспедиция завершена. Доступно в магазине. Что это такое? Нажмите, чтобы продолжить. Да, вот эта роща нам дает энергию. 37. Берем. А нет, не энергию, а конкретно как кедр какой-то или какие-то камни. Вот здесь что такое? Смолу дает. Ну окей, мы здесь можем получать каждых 24 часа смолу. На прошлой локации мы получали каждых 24 часа энергию, а здесь мы будем получать каждых 24 часа смолу. Только не до конца понятно, что вот это за территория. Я задания все прошел, у меня... но мне нельзя дальше проходить, потому что мне нужен 13 уровень, это понятно. Но почему вот здесь у нас территория закрыта, и у нас вот здесь конкретно ничего такого нету? То есть все спрятано, мы не знаем... Здесь нету никаких заданий, ничего попросту нет. Давайте я это все сейчас расчищу. И посмотрим, стоит ли двигаться в эту часть или нет. Непонятно, кстати, почему меня не пускает. Там, по идее, должно было пропустить. Так, этот объект недоступен. Давайте кусик уберем. Дальше будем продвигаться так вниз. Вот здесь можно убрать. И по идее, как я понимаю, здесь у нас ничего такого нету. Просто есть сундучок, кстати, который можно открыть и получим энергию. Ну, неплохо так энергии дали, плюс там еще камни. И есть вот здесь черника, которая нам также дает энергию. И здесь какие-то ягоды есть. Так, дальше, по идее, нам еще можно вот здесь пройти, может там еще что-то прячется, посмотрим. Да, там вот, смотрите, кусик с ягодьми еще есть. Камень вырубил случайно, ничего страшного, мне как раз сейчас эти ресурсы нужны. Так, дальше. Давайте пройдем еще вот здесь. Огнетушитель тратить не буду, потому что... Ну, мне по идее он пригодится. Так, я убрал случайно дерево, и здесь у нас черника еще одна спрятана. Как бы нам по ней попасть, вот в этом вопрос. Потому что я так понимаю... А, во, попал. Там нужно ниже дерева немножко было нажать. Так, здесь я все расчистил, поляна у меня, в принципе, готова, можно, почему-то у меня, наоборот, уменьшается. Вот здесь еще кустик убрать, может быть, там что-то еще спрятано. Да, здесь, в принципе, камни с железной рудой или что это такое, неважно, но, по идее, нам все нужно. Здесь у нас какая-то жижа, которая доступна с 21 уровня. Нам пока что смысла нет ее вырубать, потому что мы ее даже не сможем вырубить. А здесь у нас деревья, которые дают какие-то плоды. Но так как я не знаю, что с ними делать, мы тоже пока это вырубать не будем. И, в общем, я думаю, наше прохождение на этом будет уже заканчиваться, потому что я попросту уже все расчистил и прошел все задания. Давайте огнетушитель потратим или нет? Нет, не буду тратить. А, вот здесь, смотрите, вот здесь у нас есть такая территория. Здесь есть сундучок. Кстати, непонятно, здесь мы что-то делали, но я забыл. Давайте тогда еще это расчистим. Тут есть бананы, которые я могу собрать. И вырубим немного железной руды, которая нам пригодится. Там есть черника.
Здесь у нас глина. Глина нам тоже, по идее, нужна. Так, вот этот кустик рубим. И сейчас проходим к чернике. Черника нам 100% нужна. Дальше вырубаем траву здесь. И получается, открываем всю территорию. Здесь сачок. Давайте я вот это откроем. У нас сачок как раз есть. Дальше вырубаем вот здесь вот этот камушек. Здесь тоже может быть что-то спрятано такое интересное. Да, есть бананы, за счет которых мы восполним энергию. И, скажем так, вернем себе и энергию, и соберем еще железную руду, которую я рубил. Либо можно дерево срубить. Так, вот здесь этот кустик еще рубим. И, по идее, здесь все открыли. Мне только интересно одно. Вот здесь еще что-то есть. Давайте здесь тогда откроем все. Траву, лук собираем. Здесь черника. Мы также возвращаем всю свою энергию, которую потратили. Ну, то есть, если аккуратно все вырубать, вы будете в плюсе по энергии. Соответственно, не всегда. Так, вот здесь теперь. Вот здесь есть кустик, здесь есть камушек. Давайте камушек вырубим. А дальше кустик рубим. Так, вот здесь у меня есть бананы. И смотрите, я так вырубил все, что, по идее, я остался в плюсе по энергии. И, по идее, я все открыл. У меня только вот этот кустик напрягает. Он что-то скрывает. Но я ничего там не нашел толком. Хорошо. Дальше. Вырубаем эту траву. Дальше собираем чернику. И, как вы видите, в любом случае, если все аккуратно вырубать, вы свою энергию возвращаете. То есть смотрите так, чтобы аккуратно все рубилось. Здесь вот этот камешек 210, его 100% нужно будет вырубить. Так как он даст много этой руды и кристаллов. Что там еще есть, непонятно. Так, дальше. У меня осталась вот здесь территория. Вот здесь уже интересно. Тут, по идее, я никак не так не пройду, чтобы не потратить энергию. Поэтому, скорее всего, здесь нецелесообразно проходить. Давайте сейчас посмотрим. Так, здесь есть куча с мусором. Мы ее убираем и, соответственно, получаем энергию. Дальше. Это я вырубать не могу. Это, скорее всего, золото. Я его пока что вырубать не могу. И даже узнать, что оно дает, тоже не могу. Давайте туда пройдем под дерево. Может, там еще что-то будет. Нет, здесь только золото. Так, теперь. Давайте опять удалим. Там все мы почистили, у нас вот здесь еще остался такой кусочек территории. Можно эту штуку открыть, и здесь ресурсы спрятаны. Можно ресурсы открыть. Там один камень, и здесь еще что-то спрятано, тоже один камень. Ничего такого интересного. Здесь вырубим. А здесь уже это овощи спрятаны, лук. Кстати, какие-то подарки появляются, мы один открываем, появляется еще один. Непонятно совсем, как это работает. Так, теперь нам, по идее, нужно вырубить этот кустик. Окей. Здесь опять появились овощи. Но у меня получается полный склад, я не могу их сейчас открыть. Давайте сейчас зайдем на склад и что-нибудь допродадим. Я могу, по идее, продать немножко. Не понял сейчас. Я, по идее, могу продать немножко коры. Она мне не нужна. Здесь ветки, здесь. Это все мне, по идее, нужно будет. А это я даже продавать не могу. Так, это все пригодится среди инструментов. Ну, единственный вариант это продавать либо тыкву, либо морковку. Морковку я не буду продавать, давайте продадим немного кукурузы и немного тыквы. Окей, это можно открыть,
продаем урожай ради того, чтобы получить дополнительный урожай. А ты что-то ищешь? Ох уж этот голосовой помощник. Так, здесь есть какая-то часть карты, которая под туманом. И здесь у нас есть черника. Чтобы чернику... А, я понял. Когда у вас нету места на складе, ваши ресурсы, которые вы вырубаете, остаются лежать рядом в подарочках. То есть вы освобождаете свое место. Давайте я еще что-то продам. Я не знаю, что продавать. Мне нужно, по идее, сейчас улучшать склад, потому что ничего вообще я продавать не хочу. Давайте продадим немножко лука. Так, ну единственный вариант — это тыкву сейчас продать, она мне вообще сейчас не нужна будет. Давайте туда продаем тыкву. Кстати, плохо здесь продается, тут иногда кликается, иногда нужно ждать несколько секунд перед тем, как следующий раз кликнуть на этот, на ресурс, на продажу. Дальше. Забираем наши ресурсы. И по идее вот здесь у нас что-то еще спрятано. Но я не уверен, что я сюда пройду сейчас. Давайте попробуем. Нас не пускают вообще там. Деревья нужно рубить. Туда уже как-нибудь без вас доберемся. Здесь можно вырубить мох. Мох, я сказал. Рубим. И у нас он там появляется в виде ресурсов, ее потом заберем. Давайте попробуем пройти в эту часть карты. Да, здесь опять есть черника. Мы ее собираем. И... Нет, я покупать не хочу. Отбой. Можем... Не, у нас там все открылось, по идее. Осталась только вот здесь территория. Там еще кусочек. Ну, в общем, смотрите сами, потихоньку можете открывать какую-то новую территорию, и там может прятаться кусты с энергией. То есть вы сами видите, сколько я сейчас территории открыл, и внимательно проходил, смотрел, и в итоге я в плюсе и по энергии, и по ресурсам, и почему-то там еще. Так. Дальше, у меня остался еще кусочек за попугаями. Давайте. Я там не могу пройти, нужно по очереди срубить. Так, теперь могу? А-а, еще один кусик. Вот, теперь вырубаем, и там у нас ничего нету. Ну, напрасно пошел, но все-таки вы уже будете знать, что там ничего искать не нужно. Так, вырубим еще этот куст. Там тоже нет ничего. И по идее на этом будем заканчивать наше прохождение. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся уже в следующем видео. Всем удачи.